возвращаемся к себе. Фух, я наговорил сегодня. Ну, это потому, что на правах юбиляра, что хочу, то говорю. Так, что дальше получается? Дальше у нас что? Фото из СМИ. Значит, появилось, это мне прислал, это уже не я. Троценко нашел мои абрикосы в Новгородской области, за что я ему очень благодарен. Вот это мой абрикос. Новгородская область. То есть расширяем круг. Новгородская область. Смотрите, как там будет написано. Сейчас мы даже читать будем. Вот. Вот сейчас читать будем. Давайте почитаем. Сейчас увеличим. Вот. У нас впереди, я надеюсь, еще куча вебинаров. Урожай был богатый. 7 деревьев плодоносило обильно. Так. Ну, тут уже детали. Так, так, так. 6 километров от города. Много саженцев раздал, молодец. Так, сейчас самое главное, что меня интересовало. А, вот, климат, как в Санкт-Петербурге. Это считается, что там абрикосам делать нечего. Так принято считать. Северо-западный. В Саяногорском не сравнить. У меня в Саяногорске 3 сестры. Это его, это не я, это он. У меня в Саяногорске 3 сестры. У них и морозы, и сильные ветра, снег выдувает. Почему я и решила, что заняться абрикосами, если там растут, то тут и подавно. Нормально? Еще не все. Нынче посадила, так, 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 так. Ага. Посадила под зиму целую грядку. Покидала как попало. Если мыши не сидят, может зайдут. Семена свои. То есть, поняли, дальше начинается это. Уже, как сказать, захват Новгородской области. Соседями понравились. Если зайдут, буду раздавать. Здорово. Так, вот еще фотография. Кстати, кто не знает, где пестики, зачем, посмотрите. Ой. Теперь мы прогресс в Московской области. Я комментировал когда-то, а мне, не я, кто-то выставил, а, по-моему, в Яндекс. И теперь это уже не мое. Смотрите, здравствуйте, Олег Костинович, пишу поделиться. Смотрите, получилось так. Это мой абрикос, а это из общества, там, как сказать, я убрал вот это когда я первый раз этот материал пришел ко мне, он потом вышел в свободное плавание, я убрал название, чтобы людей не позорить. Было мой абрикос и вот оттуда абрикос. Смотрим внимательно. Вот, казалось бы, почему так? Ну, ничего же не видно толком. Смотрим. Выделили круги. Я заметил, кстати, только вчера я заметил в Яндексе 2 статьи, и уже садят на холмы. Раньше такое было видно. Процесс пошел. Процесс пошел. Вот на холмы. Крутовато, ну ладно. Это мой. А это, смотрите, видите штамп? А? Видели? Внимание. Смотрим дальше. Вот одно дерево, а вот второе. Со штампом. Вот вам и все. Вот. Причем, это же местное. Это, по-моему, Московская область, да? Угу. Я сейчас уже не вспомню. Я когда-то это. Тайное дерево. Так. А, Московская область. Так. Ну что? Вот, пожалуйста. Сибиряк живет. А мне же, знаете, сколько уже? Счет пошел на сотни вопросов. Или. Суть такие. В Сибири у нас расти не будет. Это общее мнение сложилось. Ну, я в Сибири их не калечу. Вот вообще весь ответ. Вот он со штампом. Ну и, наконец, вот мои первые абрикосы. Ну, правда, деревце привитое. Поэтому ничего удивляться не надо. С уважением, Александр. Город Королёв. Так, не знаю, может, слива опылила. Нет, это не сами себя. Слива не опылит, нет. Они сами себя пылили. Ну и, наконец, смотрим так. Это мой ответ. Я говорю еще раз, когда-то это была моя, а потом пошло свободное плавание. Теперь мне присылают мой же собственный материал. Железо. Ему не пара нужна, а целая компания. Один попадет под заморозок, и что? Нужно будет заново высаживать. Так же? В смешанном саду можно носить максимальное плодоношение и так далее, и так далее. Многие считают, что абрикос Московской области – это миф, и даже не пытаются его выращивать. Вот. Но самое интересное, да,
что вот это вот уже не мое. То есть, видите, как, чтобы были эти... Взяли одно предложение, нет, нет, только отсюда? Нет, вот отсюда все мое. А это пошло уже как? Человек хочет выставить статью, чтобы были лайки, чтобы были, как это называется, комментарии, ссылки, все, на... да, ссылки, все. Вот, то есть я уже чувствую, это не мое. Потому что написано, все зависит только от вашей решимости. Посмотрите абрикосы в области. Вот. Вот, то есть, уже как, это уже чужой сайт. Ладно, проехали. Вот. Попалось мне, я не прошу. Одно дело, когда я не цепляю никогда. Сотни сайтов, которые я еще не пинал, хотя они все фальшивые. Пинаю только так. Ага, Розалия. И что вы думаете? На видном месте опять моя фотография. Опять рядом дерево, ясно, что эта ветка свисает. Так же? Вот. Что никакая она не колоновидная, эта ветка свисает, это уже не колоновидная. Подозревается, что здесь штамбик имеется, якобы. Я взглянул в целом. Ребята, если у вас тут две груши, а тут еще одна, это что, колонны? А почему они все время мою воруют? Если уже сотни, больше сотни. Потому что у них вообще негде фотографию взять. Негде. А это не видно, что штамба нет. Но это еще не все. Вот. Тогда я, значит... А, вот где я обнаружил. Ёлки-палки, настоящие саженцы колоновидок. Так. И что вы думаете? Думаю, сейчас нажму, увижу. Но мне надо увидеть дерево, колонну, вот такую скрошу. А их никак. Вот пример, моя фотография, да? Я сразу говорю, вот здесь будет висеть за всю жизнь 3-4 груши. Это максимум. В средней полосе. На юге чуть больше. И тогда я взял еще и вот эту фотографию, их уже. А абрикосы мои не украли фотографии. Я просто хочу показать размеры. Вы же смотрите. Вот эти вот все фотографии, да, абрикосовые, они есть на многих сайтах. Я взял, почему вот эту я взял? Она, ее первый ворует. Ну, на скрае, там человек не задумывается. Я взял тогда, смотрите, сайт, где встречается картинка. Мне так захотелось поприкалываться. Смотрите, сюда. Еще. Еще. То есть, эта Розалия врет, как сивый мерин. Нет у них это, этих абрикосов. Вот смотрите, сколько. А теперь еще поприкалываюсь. Оказалось, что воруют все. Это, помните выражение? Танцуют все, воруют все. Вот, смотрите. Это чтобы не, Махачкала, так, Таганрог, вот, Химки, это получается Подмосковье, правильно? Краснодар. Вот. Омск, уже в Сибири. А никто не задумался, что в Сибири нет ни одного такого абрикоса, кроме нескольких таких. Вот. Но в Омске точно нет. Вот. Челябинск. Сейчас еще крупнее сделаю. О, Челябинск. Вот. Екатеринбург. Ну, дальше пошла еще и пошло импорт там. Армения и прочее. Все, не буду больше времени терять, потому что их сильно много. Жалко время. Вот это вот и есть наша действительность. Вот. Я, это то же самое обучение. Вот если вы будете преподавателем, надо это знать или не надо? По-моему, тоже надо. На одном из занятий. Так. Вот сколько их. Причем это не самая главная фотография. Это просто я у них эту фотографию выдернул. Вот они. Ой, сколько их. Колоновидный абрикос Новому Уренгое. В Новом Уренгое? Это же ужас. Ладно.